Всем привет, ребята, и с вами, как всегда, я, Ананасик, и вы попали на мое новенькое видео по игре Chicken Gun. Ну, а перед началом моего данного видеоролика обязательно не забывай подписываться на мой телеграм-канал по ссылочке в описании, ведь вам не сложно, а мне приятно. Ну и что же, ребята, я просто в шоке. Я зашел на новую карту в Chicken Gun. Ну и, ребята, просто давайте же я сейчас создам эту новую карту, и вы посмотрите просто. Да, я эту карту смог получить, и теперь могу спокойно заходить на эту новую карту. И знаете, хочу сказать, она реально очень красиво и круто выглядит. Даже иногда бывают подлагивания в телефоне. Ну, наверное, еще не оптимизировали ее. Но просто посмотрите, какая красота, реально очень... Красивая карта, прям такая огромная, большая, очень прикольная. Ну и давайте же я вам расскажу, как же я на нее зашел. Если честно, то на андроиде сейчас на нее просто невозможно зайти, И тут никакого секрета нету. Вот я смог зайти на эту карту с помощью айфона. То есть у меня есть второе устройство, и на айфоне можно зайти на эту карту. Не знаю, почему можно именно только на айфоне зайти, но, ребята, если у вас есть айфон, то вы можете поиграть на этой карте, и это реально очень круто. Ну вот. А сейчас смотри видос, который высвечивается у тебя на экране. Он реально очень годный, просто посмотри его и оцени. На с вами был, как всегда, я, Ананасик. Всем удачи и всем пока-пока.